Именно здесь мы покрестились, и дело-то это было в 1989 году. Мы сюда приехали, и после этого я верю в Бога. Причем я верю в Него, и Он мне дает все те знания и умения, и старания, и дает мне жизнь, кстати. Почему мы будем говорить об этих событиях в 2023 году? Я не буду ни о чем говорить, но само событие было немножко интересным. В 1993 году я оказался без машины, потому что я разбил ее под Новый год. Заснул просто за рулем. 93 год. В 2003 году ушел один из лучших специалистов, самый лучший специалист, по крайней мере, из того, что я знаю, это Валерий Юрьевич Гемерверт. Мы будем праздновать его в октябре, ноябре месяце. В 2013 году все началось с того, что ушел мой другой специалист. Да, Сашенька, ехать? Давай, скоро подскочу. Мой другой специалист, Анатолий Синельников, 27 февраля 2013 года. Он ушел. Потому что, как бы вам сказать, у меня проблема была интересная, да, то есть папы-то у меня и не было в природе своей. Но он сделал для меня то, что должен был сделать для меня папа. Это был один из крутых специалистов. Он был идеальный, но его кое-что сгубило. Чуть позже, ровно через месяц, 27 марта, мне сделали операцию. И у меня возникла проблемка, весьма интересная. То есть мне здесь сказали, что у меня анапластическая астроцитома крупнозерновая, то есть Г2. В Челябинске мне сказали, что у меня анапластическая астроцитома мелкодисперсная, это Г3. А в Турции мне сказали, что у меня глиобластома. С глиобластомой человек проживает не так уж долго времени, год и 3 месяца примерно. А после всего этого дела, в этом же году, естественно, мы похоронили еще двух человек. Двух Юриев. Один из них был Юрий Пырялин, а другой был Юрий Смирнов. Максим Смирнов, это его сын. Хорошие были года, правильно? Очень крутые года. Так что будем говорить о этих событиях. Что касаемо именно Анатолия Синельникова. Я не буду ничего говорить, но для меня это было больше удовольствия. Потому что мы пришли в одну компанию, я пришел в ихнюю компанию. Меня научил Валерий Юрьевич Гемерверт, естественно. А Анатолий Синельников дал мне больше удовольствия. Больше удовольствия. Я благодарен тому, что я с ним познакомился. Это был очень хороший, качественный, абсолютно грамотный специалист, без каких-либо косяков. Идеальный специалист. Идеальный.